Свой первый матч в плей-офф «Энергия» проиграла подмосковной команде «Спартэндка». Игра прошла целиком за преимуществом гостей и завершилась со счетом 62-100. Теперь для прохождения в полуфинал ивановским баскетболисткам необходимо выиграть серию, то есть еще два матча подряд. Следующую встречу в рамках 1/4 финала «Энергия» проведет на выезде в подмосковном городе Видное.